Приехала я в госпиталь. У меня сегодня как раз на мой день рождения аппойтмент с моим хирургом-ортопедом после операции. Здесь у них офис находится, но операции они делают в другом месте, там, в центре города. Так, всем привет еще раз. А ну что, все, сходила я к врачу, к своему хирургу, который делал мне операцию. Все прошло хорошо. Ай, загвоздка произошла со временем. Они мне 3 раза меняли даты, когда вот посетить врача, да, после операции. И у меня было записано, что на сегодняшний день на 10 часов. Она смотрит в расписание, говорит, на 8. Я говорю, у меня на 10 записано. Она говорит, сейчас я узнаю у хирурга, ну что там, перенести аппойтмент или как, пошла. Он говорит, нет, он хочет тебя сегодня видеть, там есть у него небольшое окошко. И сразу сделали мне X-ray, снимок, посмотрел он. Ну, молодец вообще, так классно. Все, показал мне снимок. Я помню, что он до мне показывал, да, когда это все было, там, грыжи эти, разрастания, остеофитов, там, что-то вот так все было на снимке. А сейчас все так чисто, все так хорошо. Ну, единственное, конечно, у меня стеноз, да, стеноз там у меня видно, там, сужение вот этого прохода, но это вообще отдельная тема, это уже будет все когда-то отдельно. Потому что стеноз, он тоже, его можно поддерживать, да, как бы, но он уже не уйдет никуда, никогда. Ну, пока вот все хорошо, так что я вообще довольна. Ой, молодец, хорошо сделал операцию. Спросила про вот сидеть, как можно, как долго можно сидеть. Он говорит, нету ограничений. А потом, говорю, физиотерапию, может быть, надо, потому что, видите, я же как бы активна, я всегда занималась, я много разных упражнений делала, а теперь я не знаю, что мне делать, что нет, да. И он говорит, ну, если хочешь, можешь походить на физиотерапию, да, вот мне тут направление. Говорит, направить куда-то или у тебя есть куда? Я говорю, не, в моей клинике у нас хорошая физиотерапия, мне нравится. И, ну, не сейчас, в августе, наверное, в августе пойду на физиотерапию. Так что вот так вот все, я довольна, все хорошо. А насчет там тяжести, сколько подымать, я говорю, можно. Он говорит, ну, когда заживет и когда ты уже как бы будешь чувствовать, что все это, да, нормально, то хоть сколько, даже говорит, можешь эти веса подымать. Но я знаю, да, я вот смотрела видео, я знаю, те, кто после операции на спину там занимаются спортом, это очень важно, да. Ну, конечно, там штанги это я никогда не делала и не буду делать, тягать, да. Ну, небольшие веса обязательно нужно, потому что нужно укреплять мышцы спины, вот этот мышечный корсет, да. И заниматься нужно, нужны веса такие, хотя бы небольшие, да, там гантельки, это обязательно. Так что вот такие вот дела. Ну все, едем домой. Хотела показать, заказала вот такую цепочку для очков. Слушайте, так удобно, все, не нужно вот это очки, то вечно там на голове ношу, они спадывают, да, когда вот заходишь в помещение, в магазин. Так удобно, повесил. Че я раньше, не знаю. Такую цепочку тоненькую, красивую заказала себе. Очень удобно. А еще знаете, что хотела сказать, да? Ну вот он у меня спросил, там как операция, не как операция, ну выздоровление, там все нормально, это. И вот посмотрел снимки, я говорю, да, все хорошо. Он прям так заулыбался. Ну вообще он такой улыбчивый тоже доктор, такой приятный, знаете. Некоторые заходишь, некоторые такие так себе, а он всегда улыбается, молодец, с пациентами, я даже отзывы о нем читала, кстати, вот там люди пишут, что вот он очень такой вот улыбчивый, выясняет все, там расспрашивает, да, вот это вот он молодец в этом плане, и когда я сказала, что вот да, все хорошо, он вообще тоже так, такой довольный был, разулыбался, им же тоже приятно, да, вот хирургам, что они успешно провели операцию, что выздоровление успешно, это, конечно, вот плюс в их копилочку.
Так что да, я понимаю, мне бы тоже было, конечно, очень приятно, когда вот ты делаешь какую-то работу, и она как бы на идет на отлично, да, прошла, то, конечно, знаете, такое какое-то самоудовлетворение происходит. Это да, это есть. Показать вам платье, в котором я вот с утра была, ездила на appointment, тоже заказала на Амазоне, поближе, наверное, да. Это 100% коттон, я только поэтому его взяла, что-то, знаете, захотелось вот такое какое-то натуральное платье без всякой синтетики. Очень мне понравилось. Смотрите, как оно идет сзади. Ну, вот такой вот летний сарафанчик. Очень красиво. Вообще так прям по моей фигуре. И сейчас вам покажу подарки свои. Так, вот мои подарочки. Это то, что я заказывала себе последние 3 недели. Ну, конечно, тут есть основной подарок как бы для дня рождения. Ну, я вам вот покажу весь заказ, да. Что хотела, вот то и заказывала. Конечно же, вот такое покрывало себе заказала в лавандовом цвете, да. Очень мне понравилось. Это одеяло и покрывало. Оно очень тоненькое. Видите, здесь атласом отделано. Очень тоненькое и теплое. Вот в таком цвете мне захотелось. Так, ну что, начнем с основного подарка. Основной подарок, наверное, это то, что вот я заказала себе на сайте вот такую вот сумочку от Coach. Она небольшого размера. Я, конечно, хотела немного побольше, но ладно. Телефон, главное, телефон туда входит, место для карточек, ключи от машины. Ну вот я уже сегодня ездила в госпиталь. Вот такая вот, она, знаете, молочного такого цвета, не белого. Вообще тоже хотела заказать вот такого лавандового цвета. У меня, кстати, и платье будет сегодня в ресторан почти такое же. Но потом подумала, думаю, эта сумка, она почти ни к чему не подойдет. Да, вот это все-таки молочное. Так, и также от Coach заказала себе кошелек. Такой кошелек, но в эту сумку он уже не помещается, конечно, но это не для нее. У меня есть другая тоже от Coach, вот эта эко-кожа. Так, вот внутри он такой, тоже отделение для карточек. Здесь для мелочи, да, для прав. Вот, вот это, конечно, кожа как бы такая помягче, поприятнее мне нравится. Ну, это вот будет самая дорогая сумка в моей коллекции сумок. На сайте заказывала. Так, ну что, и тут уже по мелочевке, да, от Victoria's Secret вот такую золотую свечку заказала, понравилась мне. А потом, смотрите, мне так понравились вот эти помады. Ну, как это? Это увлажняющая помада. Смотрите, она прозрачная, а внутри вон там цветочек. Так интересно сделано. Я еще ими не пользовалась. Вот только открыла, но давно хотела их. Как красиво она выглядит. Даже вот в подарок можно, да. Но здесь у меня такие уже косметические пошли вот эти заказы. Это карандаш для бровей. А что, смотрите, я себе заказала. Девочки поймут, это кушон. Впервые в жизни кушон себе заказала. Так, еще не пользовалась. Еще все впереди. Заказала вот такие вот тени. Их очень хвалили. KJ. А особенно 2 цвета мне очень понравились. Вот такой золотой цвет. И розово-золотой следующий оттенок. Так, знаете, сегодня у нас пасмурно на улице, и вот поэтому здесь тоже немного тускловато, хотя и свет горит. Также вот такой праймер для глаз от Urban Decay, тоже его хвалят. Так, смотрите, заказала себе серьги, бижутерию. Что-то захотелось, давно бижутерию себе не заказывала. Они такие вот, ну, большие. И тоже, наверное, сегодня одену в ресторан. Потом заказала себе вот такой набор. Маникюр, педикюр.
А то у меня, знаете, все по отдельности валяется, а это теперь будет все в одном месте. Так, ну здесь 4 цвета разных маечек заказала. Белый, лавандовый и такой желтый. Ну, такие, знаете, там для дома. А вот что тоже хочу сказать. Я заказала вот такое mushroom кофе. Кто пробовал? Это кофе, грибное кофе, так скажем, да? Говорят, оно очень полезное. Вообще, я хотела другое заказать, но почему-то это заказала. Так, La Republica, Mushroom. Энергию дает. Ну, посмотрим. Здесь чисто только вот грибы перемолотые. Так, ну, вот такая у меня тоже красота. Тоже захотелось вот такие вот тапочки. Уже хожу в них. Коробочка очень такая хорошая. Плотная. Опс. Так, ну и здесь у меня тоже красота. Смотрите, заказала я себе вот такой купальник только из-за вот этой золотой полосы. Он как бы получается, он раздельный, но он почти смотрится как сплошной, потому что это купальник, знаете, с завышенной талией. Вот впервые такие плавки заказала с завышенной талией. Ну так вроде ничего, нормально. И еще вот такой микрофон. Никогда что-то не думала, что, ну, я особо там не люблю караоке, это, знаете, как говорится, никогда не говори никогда. Захотелось тоже вот такой микрофон, папа у нас уже пел, ну, и так, сами знаете, там побаловаться, это вот такой вот микрофончик в таком чехле. Ну, вот все мои подарочки. Еще с вами поделюсь одной посылочкой, но это я тоже заказала на Амазоне. Я в августе месяце пойду на baby shower и вот заказала такой car seat cover. У них девочка будет в розовом цвете. Такой же подарок готов, еще надо будет памперсы купить. Так, платье мое. Тоже такого цвета красивого, мне очень понравилось. Такой лавандовый цвет, я сейчас обожаю. Нет, даже не лавандовый, лавандовый, он, наверное, потемнее, да? Хотя, кстати, вот это одеяло, оно на сайте написано как лавандовый. Так, ну потом еще на себе его покажу. Это что за псинка? Тоже поздравляет, да, маму с днем рождения? Здорово. Да, ты же мой красавчик, да, ты же мой сладенький, самый сладкий пес на свете. О, я в шоке. Прям на мой день рождения. Вообще-то редкость в Спокене, чтобы в июле шел дождь. Это очень редко, я всего несколько раз помню. Вот это да. Надо же, именно сегодня. Сейчас мы собираемся в ресторан скоро. О, вот это да. Прям заливает, заливает. И ветер такой. Так, все, мы уже на месте приехали. Уже у меня другой наряд. Так, надо как-то это будет показать. Ну да, но не в машине. Это кто такой? На. Все, пошли кушать. Это прямо напротив мола находится. Red Lobster. А, я хотела, или чтобы ты меня тут сфотал. Так, я этот джюс буду. Угу. Я тоже. Да? И что там написано? Март 22-го 1968 года. 55 лет. 55 лет существует, да, эта сеть? Да. Ресторан. Они вот эти вкусные. Аппетайзер. Я скажу, что это самый подлив для них. А, да? Я не знал. Birthday to you. Happy birthday, Grandma. Happy birthday to you.
Молодец. Лимончиком надо, Никита. Все, поели. Теперь и поспать можно. Ну, их что-то и не видно, да? О, какой большой сидит. Они все вон туда в кучу сбились. Все? Are you ready? О, полное, да? Пузо, пузо. Кейден был маленький, я ему всегда говорила. Пузо, пузо. Ну, что-то у меня эта камера запотела. А, не насиделся, да? 2 часа мы просидели. Кстати, вот магазин. Так, сейчас поближе его покажу. DSW Shoes. Это мне прислали сертификат подарочный на день рождения. Я его что-то не нашла. Фотографировать. Я не знаю. Что-то. Сертификат-то я не нашла. Ну, там небольшая скидка, что-то не помню, долларов 20. Но все равно думала, как раз тут будем рядом и зайдем, посмотрю обувь. Ну ладно, там еще до конца июля этот сертификат, если найду потом же. Садись, Никит. Закрыто? Рава. Ну, ты маму тоже будешь поздравлять, а? Так выскочил такой навеселее, потом раз и все. Раз и все, да? Все, Никита, заходим домой. Молодец, Никита у меня супер фотограф. Все, видите, дождь прошел. И от дождя и следа не осталось. Голубое небо. Уже мы все дома. Этот цветок я просто обожаю. Просто. Вот смотрите, герань там засыхает, да. Петуньи тоже. Но вот это, бегония, это что-то. Я почему-то их особо и не замечала раньше. Теперь я каждый год буду вот такую бегонию покупать. Она вся в цвету, вся. Шикарный такой цветок. Это вообще прям я не нарадуюсь. Так, вот мое второе платье. Поближе, да, надо? Смотрите, тоже в таком же цвете, как мое покрывало. Лавандовый цвет. Так мне понравился. Серьги тоже вот эти одела. Еще, кстати, у меня есть последний третий наряд на сегодняшний день. Вообще он посвящен этому дню, так что сейчас тоже его вам покажу. Так, там вот у меня такой бант. Я еще заказала 2 платья, но они позже придут, уже после моего дня рождения, наверное, где-то аж к концу июля. Почему-то они очень долго идут. Рова, отойди, я вышла тут платье свое показать. У меня второй наряд на сегодня, такое лиловое платье. Это второе. Сейчас я еще третий наряд одену. Тут уже снимешь третий. Смотрите, какая у меня красота есть. Ты, Илюша, мне подарил такую кукляшечку. Прям вот под мой наряд ты подходишь мне, под мои сережечки. Ты красотулечка какая. Да, на Амазоне я тоже вон иду. Да, да, да. Всем по таким футболкам. Так, не видно. Смотри, у меня тоже такая, видите, футболочка. Hello, 47. Знаю, так или как, или надо выпуск носить, можно заправить. Классная, да? Угу. Еще тут такая, это мадам, но это я, как раз вот тут я. Так что буду ее теперь летом таскать. Ч
Чурова. Пахнет роза? Пахнет розой? Ой, это уже второй день. Вчера так я видео не собрала. И вот еще думаю, ладно, немного поснимаю сегодня на второй день. У меня вчера так разболелась голова под вечер. Вчера же такой ливень был, видимо, перепады. Ну, не знаю, у меня так давно голова не болела, что я вообще не знала, куда деться. Не то, что давно, а прям много-много лет. Так что вчера что-то было с чем-то. Смотрите, мне сын подарил вот такую розочку. Она была в упаковке, в такой, в прозрачной, в длинной. Так, сделана. Где же она там? Где-то в Гватемале, представляете? Я ее вытащила и обалдела. Она как живая. И я ее трогаю, и сначала не могу понять, мы даже с мамой смотрели, вот как живая, и вот листочки, а лепесточки даже, смотрите, вот так на конце, как будто немножко, вот как у настоящей розы, вот так вот где-то там оборвана она на ощупь, это вообще не, я даже не знаю, что это за материал, это вот не как обычные искусственные цветы, вот кто знает. Ну, это вообще роза, прям вот натуральная. Вот я теперь думаю, куда мне ее поставить. Мне она одна всего лишь. Вот что-то нужно такое длинненькое. Длинненькую какую-то вазочку. Так, буду думать. Подарки, ну, уже не стала показывать. Так вот, вот это еще покажу. Что-то не хотелось. У меня вчера уже не было там сил под конец дня. Хочу показать вам, смотрите. Мини-донат-мейкер. Это вот такая вот штучка выпекать донатсы. Маленькие такие. Интересно, я еще вот таких не видела. Ну, там есть этот рецепт. Как-то надо попробовать. Смотрите, они такие малепусенькие получатся донатсы. А это сын тоже мне. Вот это для нашего этого сада. Garden Party. Вот думаю, куда приделать. Они светятся, видите, лампочки, гирлянды. Еще батарейки надо вставить. Куда повесить? На зонтик, что ли? Не знаю, куда бы повесить. Или, я не знаю, на какой-то куст надо, на дерево. Надо подумать. Так, ну что, наверное, все. Вот на этом уже буду заканчивать все видео. Сегодня ночью было очень холодно, я даже двери все позакрывала, утром было прохладно. И я только вообще пошла гулять, наверное, часов в 11, да, в парк пошла. То обычно я там 8, полдевятого уже в парке, а это вообще еле-еле встала, погуляла. Но сейчас хорошо, такой ветерок приятный. А если на солнце, конечно, то солнышко припекает. Ну вот как-то так. Смотрите, кормушка для колибри. Однажды она только прилетела. Что-то вокруг нее полетала. Я думаю, она неудобная. Вот эта кормушка. Там вот сироп. И потом надо будет другую купить. Все-таки поилку. Вот это какая-то беспонтовая. Что даже колибри не смогла туда попасть. Бедненькая вокруг нее кружила. И все. И больше не прилетает. Больше я не видела. Так, ну ладно, все, на этом уже буду заканчивать видео. Все, всем пока. Цветы же свои не показала. Смотрите, какие гвоздики. Красивый такой цвет прям у них. Алый-алый. И белые розы.